Без малого четверть века в Самаре существует дворец ветеранов. Чем сегодня живет этот добрый дом? Как родилась идея создания цикла видеофильмов «Трудовой подвиг Самары. История одного героя»? Какие люди приняли участие в реализации этого проекта и кто стали его героями? Об этом рассказывают директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова и журналист-телеведущая Ольга Король. Смотрите программу «Город С» 20 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».